Всем привет! Меня зовут Леонид Миндолин, и вы на канале Хоролук. Ну что, друзья, после питерского старта в феврале Клинок возвращается в Москву. С 31 марта по 3 апреля в Москве на Main Stage по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 33, будет проходить 44-я международная выставка-продажа «Клинок. Традиции и современность». Время работы выставки с 10 до 19, а 3 апреля с 10 до 16.00. Входной билет 200 рублей. Доступен онлайн и в кассе на входе. А каталог выставки стоит 150 рублей и продается отдельно. Подробнее про выставку можно почитать на их официальном сайте. До встречи, друзья!